Добрый день. Добрый день. Вечер. Да. Что, как вы? Да, все хорошо, замечательно. А у вас день, где наступает? День у нас? У нас же тоже вечер, в принципе. То есть Украина? Нет, ну думал, может где-то там живете в другом конце света, и у вас только день наступает. Нет. День. Город Львов, Украина. А вы с какого города? Хорошо. Я с Вологды. Ну, интересно. Я, честно говоря, не знаю, где это. Ну, в России. Далеко от Москвы. Далеко от Москвы. В сторону Архангельска 400 километров. Ну, не очень далеко, в принципе. Далековато. Для нас это далеко. Ага. Хорошо, а скажите, как вы вообще относитесь к войне? Не расслышал, пропали. Говорю, как вы к войне относитесь? Поддерживаете, против? Спецоперации имеете? Ну, это война, в принципе. Ну, у вас это называют Ну, для спецоперация. вас. Но у нас, для вас она тоже не война. Вы же не объявили войну. Ну, смотрите, если стреляют по городам, то это, наверное, война, нет? Нет, почему? Ну, смотрите, у вас, когда по Донецку и Луганску стреляли, это же была спецоперация. Это была антитеррористическая Террористическая операция. операция. Да. Да, против Операция. террористов, которые Война, поддерживала Российская Федерация. тем более, Но это мы у себя внутри страны воевали, скажем так, а вы воюете против Российской Федерации воевали, правильно? ну, на своей территории, да. Ну, конечно. Так вы сейчас против Российской Федерации воюете на своей территории. Да, только фронт, скажем так, намного больше. А как вы вообще думаете, сколько еще должно, ну, должны, должна Украина убить российских солдат, чтобы это прекратилось? Украина, русских сколько должно быть? Да, сколько нужно Да, еще? сколько? Ну, это сложный вопрос, конечно. Ну, не знаю, еще Ну, 10 конечно, тысяч. лучше бы, конечно, Украина никого не убивала. Ну, смотрите, это же не мы пришли к вам, с оружием. Так мы же вам говорили, не надо стрелять, не надо, понимаете? А вы это кто? Сначала. А вы это кто вообще? Кто? Гаранты, которые подписались под Минскими соглашениями. Так эти гаранты, которые подписались под Минскими соглашениями, поставляли оружие этим террористам, и там были также, в принципе, ваши граждане. Пушилин ваш гражданин, Хиркин ваш гражданин. Ну, вот именно, Давайте да. спросим, а кто были гарантами Минских соглашений? Ну, я услышу вашу версию, давайте.